Игорь, расскажите, пожалуйста, в чем особенности программы управления организационными изменениями, которую вы проводите в Московском институте психоанализа? Особенность данной программы в том, что мы работаем с консультантами по изменениям, подготавливаем консультантов по изменениям, одновременно уделяя внимание и усвоению необходимой для этого теории и отработке практики, которую в течение программы каждый из них получает в своих организациях или в тех организациях, с которыми работает как консультант. То есть это такая живая работа на площадке, где, испытав затруднения в осуществлении реальных изменений, в управлении реальными изменениями, либо консультант, либо руководитель или собственник бизнеса, это затруднение выносится на программу, и на этой площадке во время занятий, во время обучения он может получить ответ на вопрос, каких инструментов не хватает, какие концепции являются полезными в данном случае, чтобы решить свою задачу. Он может смоделировать в учебной среде со своими коллегами, смоделировать решение той проблемы, которая возникла при управлении изменениями, протестировать это решение, затем применить его на практике, а на следующем модуле рассказать о том, что получилось. Таким образом, обучение живое, оно постоянно опирается на нашу реальную практику. Здесь, как руководитель программы, я исхожу из того, что мы реально усваиваем только те знания, которые являются ответом на вопросы, с которыми мы столкнулись в своей практике. Поэтому акцент на опыт и на получение концепций, инструментов, которые являются ответом на возникшую тебе проблему. Но именно вот эта живая связка. Не только опыт и не только теория. И не опыт после теории. И не опыт до теории, а потом большой блок, а именно постоянная живая связка. То есть на двух ногах. Одной ногой получили практику, сделали шаг левой, шаг правой. Мы концептуализировали нашу практику, увидели разрывы, увидели недостающие у нас инструменты, компетенции. Взяли эти инструменты, потренировали их, на площадке использовали эти инструменты, проверили их действенность. Применили, получили опыт, пришли на программу, рассказали о том, что получилось, новые какие затруднения возникли, снова получили инструмент. То есть вот это именно встреча между нашей бизнес-практикой по управлению изменениями и привлечением опыта экспертов и коллег, которые многие годы получали этот опыт.